А мы продолжаем. Вот и завершилась премия СБК 2024 года. Это было опять громко, это было ярко, интересно, круто. И мы теперь знаем лучших из лучших в сфере спорта, беттинга, да и не только в этих сферах. И у нас, смотрите, кто здесь в студии. Олимпийский чемпион Артур Далалаян, амбассадор букмекерской компании «Лига Ставок». Артур, большой тебе привет. А ну-ка скажи что-нибудь, пару слов хороших. Что? Я сегодня награждал. Прошу прощения за мой голос. Вот давай, я к этому и вел. Я вот так подставляю тебя. Расскажи, что случилось, на кого кричал? На самом деле очень сильно болел и переживал за команду. Вчера было очень интересное состязание. Один новый проект, который в ближайшее время уже должен выйти, должен появиться. Вот, это будет невероятное что-то. Я еще... У нас в России не видел такой мощи, такой силы, такой энергетики и столько атлетов, которые борются за победу. Это просто что-то крутое. Вот. Поэтому скоро, я думаю, это появится. А вот мой голос, вот как раз-таки это переживание за команду и, конечно, стремление к победе. Но скажи, эти телепроекты, они никак не отражаются на твоей основной деятельности, на твоей профессиональной карьере? Конечно же, я это стараюсь разделять на две разные плоскости, да, потому что есть определенные подготовительные моменты, важные ответственные моменты в профессиональном спорте, когда нужно отключиться от всего и полностью уйти в подготовку, ставить перед собой цели и добиваться. И с другой стороны, также есть моменты, когда можно немножко отойти от этого, пробовать что-то новое, пробовать себя, испытывать себя, да, потому что каждый спортсмен, наверное, привык с самого детства бороться с собой, становиться лучше, сильнее. Давай рассказывай о премии СБК, кого награждал, видел на сцену, сегодня выходил. Да, я сегодня выходил на сцену, награждал премию «Площадка года». Екатеринбург, если я не путаю, взял как раз-таки премию «Площадка года». Но для тебя «Площадка года» — это, вот если брать твой год, 2023 и 2024 часть. Для тебя вот «Площадка года», давай, назови ее. Для меня, наверное, это «Сириус». «Сириус» — это просто космос. То, что я видел, во-первых, Всемирный фестиваль молодежи в «Сириусе». Во-вторых, год назад Кубок России по спортивной гимнастике. В этом году чемпионат России по спортивной гимнастике. И самое главное, уровень проведения соревнований очень высокий. Очень много болельщиков, очень много молодежи, которая хочет добиваться успеха. И это очень круто. Поэтому... Артур Далаян был у нас в студии. Мы ненадолго прерываемся, и новые гости, новые победители, новые члены жюри. Все они появятся в нашей студии на премии СБК 2024 года. Артур, спасибо тебе большое. Спасибо, пойду лечить голос.